Чего ты? Ему монет отмыл, куда 5000 такие есть. Сожмешь, есть и замкнут 50 тонн. Можно 50 тысяч. А мы все равно. Ну ладно. И то латунный, если это твердый латунь, то не будет самое. Не очень хорошо получалось. Медный, да. А это вчера достали из канала. Надо не открыть. Слушай, я смотрел в интернете, я не нашел ничего такого. Ну, они другие все. Кресты же со Спаса на Крови, их же во время войны же спускали туда на дно, и там хранили. А они из чего вообще? Кресты? Ага. Ну, слушай, из металла. Они не заживели? Не знаю. Нет, ну, сейчас-то уже они на месте. Оно в замке. Здорово получается, здорово получается. Да, вон ключ. Да, что там? Да, вон еще у него ключ такой. Четырехгранник, да? Суешь туда, поворачиваешь, она открывает. Ну я туда масло залил, может быть провернем, попробуем. Ну такое, смотрите, где никель был, она вообще не заржавела, а где не было, вон оно как до самого. Замочек должно быть это отверточка. Пожалуйста. Что там, 500, да? Да. Да, спасибо вам большое, удачи.